Здравствуйте, в эфире программы «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Виктор Аксенов, директор аэропорта Протасова. Виктор Федорович, здравствуйте. Ну и вот расскажите, наверное, в первую очередь, аэродром Протасова существует уже очень давно, да, и вот на данный момент он восстанавливается. Вот какая предыстория богатая у этого аэродрома? Добрый день. Значит, предыстория богатая. Вообще гражданская авиация в Рязанской области. Но первоначально, изначально аэропорт находился в Турлатово. Вот. Но в известные времена, 90-е годы, значит, все это развалилось плавно. И, в общем-то, достаточно значительный период времени, это где-то примерно до 2004 года, все это разваливалось, и в конце концов Турлатово вообще стало невозможно, так сказать, осуществлять полеты, потому что аэродром не соответствовал требованиям всевозможным. Вот. И было принято решение тогдашним руководством области переместить из Турлатова областной аэропорт в Протасово. Протасово находился в это время, был, опять же, к сожалению, про те времена часто так приходится говорить, брошенный военный аэродром, который имел достаточно перспективную инфраструктуру, которую можно было воссоздать, возродить и на его базе сделать именно аэропорт гражданской авиации в Рязани. Надо сказать, что в принципе в Центральном федеральном округе единственная Рязанская область не имеет качественного аэропорта своего. Mm-hmm. Единственная. Правда, нас несколько спасает то, что у нас богатая логистическая инфраструктура, имеется в виду здесь. Допустим, аэродром Протасова стоит на трассе М5, прямо 300 метров от трассы до взлетной полосы, может быть, чуть больше. Здесь же железная дорога, здесь же река Ака, в общем, пока еще судоходная, да, возможности логистически очень большие в этом аэродроме, и перспективы. Дело в том, что восстановление этого аэродрома, восстановление аэродрома вообще, это очень большие деньги. Будем говорить так, что у нас серьезные организации, то есть Центр стратегических разработок гражданской авиации. Мы заказывали, так сказать, мониторинг ситуации вокруг аэродрома Протасова, где получили подтверждение того, что это перспективный аэродром. Вопрос только заключается в следующем, что для его восстановления требуются очень значительные средства. Это порядка, будем говорить так, подобный аэродром в Калуге, они потратили на это порядка 6 миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма, поэтому средствами области, конечно, восстановить невозможно, поэтому привлекать нужно инвесторов. Mm-hmm. Чем мы и занимаемся усиленно, последние, скажем, порядка 4 года вообще вплотную, занимаемся поиском инвесторов. В каком перспективе, в ближайшем самом будущем уже будет у нас аэродром, аэропорт? Перспективы таковы, потому что с инвесторами работа очень сложная. Очень сложная. На самом деле достаточно много появлялось на нашем горизонте этих инвесторов. Было, скажем так, переговоры велись с двумя турецкими компаниями, переговоры велись и в настоящее время еще не завершены с двумя китайскими инвестиционными холдингами, которые заинтересованы в непосредственной близости от Москвы иметь свой серьезный аэродром. С учетом того, чтобы его не только реконструировать, но увеличить и так далее. Да? Но это в процессе переговорном идет. Но учитывая то, что это очень затяжной процесс, у нас в настоящее время еще есть один вариант. Скорее всего, я очень сильно на нем не буду останавливаться, поскольку он пока еще в стадии решения. То есть вчера решалась и обговаривалась на уровне зампредседателя правительства эта тема. Есть возможность того, чтобы здесь сделать аэродром не только гражданской авиации, но аэродром, который бы обслуживал интересы проектных всяких организаций авиационных.
серьезных, которые имеют очень крупные заказы и так далее. Вот это наши отечественные, так сказать, структуры. И, в общем-то, ну, в общем, склоняемся к тому, чтобы это иметь. Вот такой контакт. Значит, скажем так, в случае, если бы, допустим, это были какие-то китайские, там, допустим, ну, даже индусы проявлялись вот не так давно на горизонте, значит, это очень большой аэродром, но это очень затяжной процесс. То есть мы ежегодно в содержание учреждения, которым я руковожу, из бюджета области все-таки худо-бедно, значит, ну, где-то порядка 10-11 миллионов выделяется субсидий. Возвращать мы пытаемся зарабатывать, ну, у нас получается так где-то порядка, ну, скажем так, с оборотными средствами порядка 4 миллионов. Но это все равно нагрузка на бюджет. И мы постоянно ходим под дамокловым мечом, постоянно, так сказать, попытки как бы урезать наш бюджет. Но мы не можем идти на сокращение, иначе мы не перестанем быть авиационным предприятием. Мы должны соответствовать определенным требованиям федеральных авиационных правил, к сожалению. Поэтому, значит, вот дальнейшие перспективы. Вот в настоящий момент наша самая основная задача – восстановить инфраструктуру аэродрома. И с тем, чтобы ну, в достаточно ближайшем, обозримом во всяком случае будущем, чтобы этот аэродром мог во всяком случае обеспечить рабочими местами, потому что в случае вот этой вот проектной крупной организации там ну, достаточно большой штат. Какие-то мероприятия планируются, может быть, проводить на аэродроме? То есть авиадартс проходит, да, там уже несколько лет, но как бы не здесь. К сожалению, значит, вот эти вот авиационные праздники, проводить достаточно сложно. У нас аэродром на сегодняшний день имеет статус посадочной площадки. Есть такое понятие ну, вот в воздушном кодексе. Имеет статус посадочной площадки. Для того, чтобы проводить показательные какие-то выступления и мощные праздники, это нужно ну, очень много соблюсти требований, как говорится. Мы многим требованиям не соответствуем. Поэтому мы не рискуем на себя брать такую ответственность, потому что было вот у нас есть маленький аэродромчик в Панино, там несколько лет назад ну, проводили авиационный праздник, и видно, как рязанцы соскучились, как говорится, по этим вот мероприятиям. Там было столько, приезжало народу. Это ну, недалеко от Спасска, Панина есть такая площадка. Вот. Но, к сожалению, вот такие вещи, ну, как бы сказать, они полулегально проводятся. Оно как это, смотрабельно, да, вот, но эффектно все. Даже маленькая авиация, и то она производит определенный эффект. Но, к сожалению, авиация – это дело такое, что малейшее несоблюдение каких-то требований, оно, в конце концов, обязательно оборачивается негативной стороной. Вот. Поэтому, вот, к сожалению, мы пока не планируем, за исключением того, что мы представляем иногда место при проведении фестиваля воздухоплавания, иногда представляем место для того, чтобы вот эти вот, так сказать, какие-нибудь утренние там старты или вечерние осуществлялись в нашей взлетно-посадочной полосе. Ну, самолеты более мы того, увидим. Ну, мы самолеты можно увидеть. Самолеты летают, вертолеты летают, в основном вертолеты, конечно. Вот. А самолеты мы увидим. Я надеюсь, что интенсивность, скажем, полетов, я не говорю, потому что это будут, скорее всего, пока авиационные работы. Потому что для того, чтобы организовать маршрутные сети, то есть перевоз пассажиров, допустим, да, это очень сложная работа. Это нужно иметь авиакомпанию-оператора, которая согласилась бы отсюда куда-то летать. То есть это мы не можем приобрести самолет, это дорогостоящие дела. Да? А вот авиакомпания-оператор, которая могла бы вот, организовать рейсы отсюда куда-то, ну, вот, ну это сложно, их привлечь сложно. Вот Тамбов, наши соседи, они в принципе с большим трудом, но возят, правда, в Москву. Два рейса в день у них есть. Будем надеяться, что несмотря на сложности, нет ничего невозможного, и аэродром обязательно восстановят, и у нас вот нашему городу будет еще один вариант, чем гордиться. Да, им вот очень хорошо сформулировано, что чем гордиться, потому что здесь даже и удобство, допустим, но и имиджевые вещи, потому что даже если основной акцент будет вот на эту вот организацию, про которую я тут заикнулся, да, это все равно это очень большое имиджевое, так сказать, дело.
Ну что ж, спасибо вам, Виктор Федорович. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Виктор Аксенов, директор аэропорта Протасова. Это программа «Городские встречи». Увидимся.